В результате отработки оперативной информации сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Саратовской области во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ России при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли противоправную деятельность по реализации алкогольной и табачной продукции с признаками контрафактности. Во время обыска торговых павильонов и складского помещения, расположенных в городе Саратове, обнаружено и изъято свыше 60 тысяч пачек табачного изделия различного ассортимента, не имеющих акцизных и специальных марок, а также около 32 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции. Приблизительная стоимость изъятого товара составляет свыше 10 миллионов рублей. Полицейские установили, что хранением и сбытом данного товара на территории рыночного комплекса в Ленинском районе города занимался 46-летний местный житель. В отношении подозреваемого следственной частью Главного следственного управления ГУМВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171-1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы. Ведется расследование, сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства, в том числе каналы поставки и места реализации товара.